Ой, я вас умоляю, какая звездность, какая популярность. Ну, не скромничай. Абсолютно. Абсолютно, я не считаю себя там какой-то суперпопулярной, суперзвездой. Я такой же человек, как все. Ардақты замандаштар, сіздерді майрағыңыздар менен құттықтап, Қырғызстандың нақта жылдызы. Башқача ұрчы, ешкімге оқшылығын, табиғи керемет дарамет бар. И несмотря на то, что я уже очень взрослый человек, я все равно верю в чудо. Напомним, Салтанат Саматова ушла из жизни 15 августа в ходе продолжительной болезни. Ей было 46 лет. С ее пожелания доброго утра начинался день многих тысяч кыргызстанцев. Она дарила, щедро дарила себя всем и каждому. Свое светлое понимание жизни, свою мощную позитивную энергетику, свой темп, свой драйв, свою жизнь. Одно, это человек был с большой буквы. Это девчонка, которая была стержнем. Она была лидером. Она была искренней, честной, профессиональной. Ты куришь? Нет. Пьешь? Нет. Может, колешься? Нет. А как ты расслабляешься? Да я не напрягаюсь. Вот по такому принципу я не напрягаюсь. Потому что вот это вот все плохое надо выбрасывать, оказывается. Это мы понимаем, к сожалению, позже.